Так, у нас сегодня ПВП серьезненькая, ПВПшка. Так, проверим фотоночки. Второй бустик. Еще бы второй гейт не забывать, вообще было бы нормально. Любимую мою версию сыграем. Лабринка Алина. Самая простая, понятная, вообще элементарщина. Так, я проиграл микросталкерами. Но зато выиграю войну. Скорее всего, контроль карты сейчас в моих руках. Ставим батареечку. Сейчас жду до варпа, на самом деле. То есть, по теоретически, здесь нас поровну должно быть. Но вот эти вот сталкеры, 4 штучки, которые сзади зайдут, они могут сделать перевес в мою сторону. Давайте идем. Нет, он не дефит. Тут кусочек. Вот, мы здесь не будем атаковать прямо сейчас. Неправильно посчитал, зря пробку убил. Думал, если убью, смогу плюс одного сталкера сделать. Ну, короче, играется очень легко. Идем, прыгаем вперед и стреляем. Что-то не понял, в кого прыгать. Пирамида.
Самый прикол в том, что он ничего сделать мне не сможет. Возможно, у меня будет блинк, а у него не будет. Ну, очень глупая по динамике страта. Вау, а у него еще и блинк появился. А вот это пипец поворот. Плотненько. Я говорю, очень глупая по динамике стратегия у него. Смотрите, что значит по динамике глупая. Если он ставит вторую базу с инфой, объясняю, да? Нулевой инфой абсолютно. У него до сих пор ноль инфы. И он с нулевой инфы уходит полностью с базы, где на базах 4.20 нету вообще ничего. То есть сейчас дарки, кто угодно залетает, да? И он выходит с быстрым пушем, потом доделывать чардж, да, то есть вот у него что вложено. Ну, типа, он как бы вложился во все подряд и поэтому проиграл.